мир, для меня это мир праздника, мир танца, мир свинга. Что это на самом деле очень круто, интересно, а самое главное позитивно. Если другие танцы блещут романтизмом, да, там каким-то этим, то у нас все это гонево, шутка, юмор. А здесь полная импровизация, полная свобода действий, и ты что слышишь, то и выражаешь. Для меня нет жизни больше без танцев. Я не представляю, что я вдруг возьму и перестану танцевать. Посмотрите на эти счастливые лица, на эти балмошные тела, которые просто излучают вокруг себя неимоверную энергию позитива. Менеджеры среднего звена. Да, вот это вот свинг в основном приходит. А черты характера людей, которые приходят, и вот что-то отличает тех людей, которые остаются в свинге? А что, грустных нет? Приходят любые, но все становятся веселыми. Да. Да.
Так, как-то можно охарактеризовать свинг-танцором? Это, я думаю, определенное состояние, конечно, настрой ума. Очень много у нас людей или же творческих профессий, или же таких инженерных профессий, типа как программистов и, ну, или ну, какие-то инженеры. Каким одним словом ты можешь охарактеризовать свинг-танцора? Импровизация. Личность. Импульсивный. Веселая. Если наших одесских, то крылья. Кать, здравствуйте. Жила в заднице, это три слова, но это самое характерное. Это улыбка, драйв и взаимодействие. Жечь, еще раз жечь. Зажигательно. Обезбашенный. Веселый. Креативный. Быстро. Танцующий фанатик, который при любых условиях будет танцевать свинг и не бросит его. Чумовые. Инопланетяне. Крутой танцор, но это два слова. Волна. Жизнерадостный. Счастье. Безбашенный. Энерджайзер. Я сейчас слишком много надо этих слов. Качание. Кач. А? Драйв, кач. И главное, безостановочное движение, постоянное хроническое движение, то есть без конца игра. Это уже не одно слово. Но я и сдерживаю себя. Охарактеризуйте свинг-танцора одним словом. Баунс. Свинг-танцор настолько многогранен, что его нельзя характеризовать одним словом. Как я не додумался до этого.